книгу взял, фильм взял, скачал точнее. Но лучше бы я его не скачивал. Я даже название запомнил. Полтора часа смотрел, какая-то развязка, которую я так и не понял. Чудак с чудачкой берут дом какой-то, да, они хотят себе выбрать. Приезжают в дом, смотрят их, селят, и они там находятся. Потом подкидывают ребенка, ребенку нужно вырастить. Пусть... Ну, я так сути не понял. Я думаю, многие поймут, кто смотрел, может, кто-то потом напишет, объяснит суть этого фильма. В Томске я даже играл чуть-чуть, в Новосибирске был, в Красноярске был, Владивосток, Хабаровск был. Но самый далекий, по-моему, Сахалин, если я не ошибаюсь. Мне кажется, там около 10 часов, на 9-10, так, по крайней мере, помнится. Но опять же, довольно-таки хорошо пролетело все. Зависит, с кем ты летишь, как ты летишь тоже. Хорошая компания была, общались с ребятами. А какой перелет сам был большой? Мы сейчас выяснили, что у меня был Сахалин. Ты имеешь в виду по России? Владивосток. Ну, да. Мы летели 5 и... до заправки, да? А Владивосток был сразу прямой. Летел, сел, взлетел, сел, это еще тяжелее получается. Еще летали в Хабаровск, и мы еще прилетели туда, и сразу была игра. Часов через 5 мы прилетели, поспали и сразу поехали на игру. Первое время я вообще не понимал, что это настолько масштабно. До этого я вообще так долго не летал никогда. Примерно 16 часов мы летели. Да, я не понимал. Я такой, ну ладно, что нормально. Круто, ЮАР, что-то новенькое. Мы сначала летели 6 часов или 5 до Дубая. Потом в аэропорту очень долго ждали, где-то часов 5. Спали прям там, на кресло. Вот. И потом еще летели 8 часов до ЮАРа. У нас просто сил уже не хватало, мы просто хотели спать. Ложились просто где попало, где было свободное место. В основном там были железные такие скамейки, и мы прям на них ложились. Я закачал фильм вчера, поэтому сейчас смотрю, два уже посмотрел две биографии, сейчас фильм смотрю, посматривать буду. Спасаться, ну видишь, кто-то отдыхает, полет долгий довольно, и поспать можно долго, но если долго поспать, потом можно вечером проснуть. В Бразилию мы летали 14 часов, но благо хорошие условия были, чартер большой. Считай, если мы сейчас вот так вот лежим на трех местах, там было 4, ну то есть вообще можно было удобно уложиться. Вот он самый долгий такой, но там можно все успеть сделать, погулять, разминку, все посмотреть, не знаю, все поиграть. Мы, по-моему, в ночь летели, там, знаешь, 14 часов, 7 спали, остальные как делали, что могли. Я в основном сплю весь полет, то есть нормально, уже привык как бы до дома так же лететь, примерно 4 часа. Когда на обычном самолете летишь, когда не так много места, тем более мне, я высокий, сидеть задним местом вот так вот, мне не очень приятно. Сейчас хотя бы 3 места есть, можно разложиться, но это тоже не полностью, я же тоже с собой не помешаюсь.